Еженедельно сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия по выявлению нарушителей на дорогах республики. Очередной рейд прошел на самом оживленном участке столицы Дагестана, на проспекте Имама Шамиля. В продолжение темы сюжет Камиля Девятова. Проспект Имама Шамиля. Сотрудник ДПС останавливает автомобиль. Идет проверка документов, затем осмотр транспорта. Основной акцент дорожные полицейские делают на нарушения в сфере безопасности перевозки пассажиров. Активное участие в подобного рода акциях принимает и Общественный совет МВД Республики. Как вы знаете, сейчас транспорта стало очень много. Дороги построены в 60-70-е годы. И поэтому нужно быть очень бдительными, и в том числе и пешеходам, и, естественно, и водителям, чтобы не превышали скорость на дорогах нашего города. Выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, управление автомобилем с чрезмерно тонированными стеклами, отсутствие удерживающих кресел для детей и многое другое. Все эти нарушения в купе дают нам неутешительную статистику ДТП. С сотрудниками штаба полка ДПС проводятся профилактические мероприятия в городе Махачкала на предмет выявления водителей, управляющих транспортным средством с непристегнутыми ремнями безопасности, а также маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. Причиной тому послужило ДТП в Карабудахкенском районе, где автобус «Сетра» попал в ДТП, в котором 3 человека погибло и 15 получили травмы различной степени тяжести. Проверили, выявили, наказали. Эта процедура обыденная, но дает ли она эффект? Вот в чем вопрос. По словам сотрудников ГИБДД, одними штрафами делу не поможешь. Нужна широкая регулярная пропаганда. И в этой части помощь и участие в рейдах представителей СМИ и общественников должна дать необходимый эффект. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.